Вот теперь продолжаю работать. Лист настелил, просто так уложил и досками прижал. Здесь немножко вот так вот свесил лист для того, чтобы загнуть этот лист, чтобы ветер туда не поддувал и не было такой вот вибрации. Вот что я делаю. Здесь специально упор установил из оргстекла, чтобы движения не было. Теперь, вот что я теперь делаю. Раз, шайбочку. И буду закручивать потихонечку. Ну, полосу сюда делать не буду, она тут роли никакой теперь играть не будет. И вот эта шайба будет двигаться туда-сюда. Так везде накручу. Вода, естественно, будет стекать, двигаться и таким образом будет уходить. О, здорово получается. Вот лист сплошной идет. Этот лист поликарбонат, вот так сплошной. Здесь по вертикали эти полосы идут, а здесь по горизонтали. И вот он загнулся очень хорошо. Вот теперь залезу наверх. Вот шайбу, смотрите, беру шайбу, вставляю. То есть шайба, вот эта резинка будет упираться в шайбу, а если в движение от ветра, ну то есть вибрация будет происходить, то поликарбонат будет двигаться вот здесь вот по шайбе. Там конек. Лист большой, будет свисать, я его загну туда. Потом конек из кровельного железа сверху или снизу. Вот я еще не знаю, как это получится. Скорее всего, снизу конек подведу. Вот такой вот же железный. И сверху поликарбонат буду закручивать, то есть крепить. Вот такая вот полоса теперь пойдет здесь вот сверху. И перекинется полоса туда. Вот эта вот полоса. То есть. Так закрутилось. И вот так движение идет по шайбе. Надо еще докрутить.
Сейчас докрутил. Вот эта полоса будет помогать удерживать, если ветер туда попадет, и порыв ветра, удар там, короче, создаст, и вот здесь будет подъем. А вот эта полоса поможет удержать этот лист. И здесь отверстия, конечно, такого вот не будет. И теперь буду одна полоса, вторая, третья, и так по всей этой крыше, этой теплице. Потом эта полоса, конечно, уйдет туда. Бандаж такой вот будет получаться. Вот фактически одна сторона уже готова. Теплица деревянная. Вот как она сделана, так она сделана. Сделаем ее, и будет очень хорошая. Можно, конечно, из металла, но в данный момент тут ее сделали из дерева. А мы ее теперь покрываем вот этим вот материалом, сотовым поликарбонатом. И будет то же самое хорошо и здорово. То есть жесткость будет везде. Ветер туда никак не попадет. Там есть дверь, и с этой стороны есть окно. Пока.